Давайте начнем. Battle of Memories. Музыкальный клип. Это напоминает мне что-то Джеймс Бондовское. А у меня такое ощущение, что мы собираемся посмотреть какой-то фильм. Вот так это выглядит. Ну что ж, хорошо. Иди за попкорном. Это мое самое любимое развлечение. Я знаю. Какая аранжировка? Я знаю, мне тоже нравится. А ну-ка не спамить в чате. О, Господи. Извините за то, что прервал это. Небольшое напоминание. Соблюдайте этикет в чате. Не повторяйте одно и то же сообщение 1000 раз, а то мы его проигнорим. И в итоге вы не услышите то, что запрашиваете. Вот это переход.
От сбучки до отключки. Ты как дед? Да, я старый дед. Я пытался следить за сообщениями. Мне показалось, или Джеки Чан, режиссер этого фильма. Мне кажется, кто-то писал об этом в чате. А я здесь услышал Джеймс Бонда. Да, там есть что-то такое. Но я еще пытался читать слова песни, и это всегда непросто воспринять новую песню. Когда там еще есть эта визуальная история. Я про видеоряд. Я про эту черно-белую тему, которая будто затягивает тебя внутрь, кинематографично. В общем и целом, здесь есть вот этот манящий визуал. И трудно все это сразу принять. Особенно, когда это не на английском. Если бы это было на нашем, вероятнее всего, мы бы сразу схватывали смысл. Но когда тебе нужно это прочитать, а на это уходит полмозга, я бы сказал весь мозг. Но эти текстуры, диапазон и его мягкость на этих дыхательных моментах, это настолько гладко стелится со словами песни. Это было необычайно. Я бы еще раз прослушал тот отрывок. Или мы послушаем это в следующей песне. Давай-ка. А вот, вот же. Пыл истинной любви. Прекрасные слова. Я знаю, что это перевод, но все равно. Я хочу прослушать все это еще раз. Сейчас мы перейдем к другой версии. 2023 Music Gala в Макао. Поехали. Димаш в розовом. Я что-то такое не припомню. То же самое. Полная смена тональности. Я бы там уже дал дуба, если бы не дышал, как он. Из всех сторон голоса, дыхание, пожалуй, мое самое любимое. Но двигаться вот так, как он, и при этом не терять высоту тона, еще и проделывать все это так гладенько и не утрачивать эмоцию, это было так четко. И мы видим это выступление за выступлением. Это же вообще была будто другая песня. Вот-вот. Мы только сейчас это понимаем. Представь вот что. Мы поедем на концерт и поймем, что мы не знаем ни одной из его песен. Потому что он добавляет эти новые элементы. И там было значительное изменение. Во второй части песни.
Это было как что-то совершенно новое. Продолжим. Слушай. Розовая пантера. Просто невероятно. Это высокая, очень высокая нота. Ричард, еще одна. Еще одна песня? Еще одна версия. Что же он сделает на этот раз? У меня уже щеки болят от улыбки. Что со мной будет, когда мы попадем туда? У меня мышцы вот здесь аж прям ноют. Ты будешь как в том фильме, где Николас Кейдж. Невыносимая тяжесть огромного таланта. Это лучший фильм всех времен.
Я про тот самый момент, когда они смотрят друг на друга с этой глупой улыбкой. Они там такие счастливые. У нас, наверное, будет то же самое. Только мы потом будем реветь. Будет миг счастья, а потом слезы. Вот такие у меня планы на вечер. О, боже мой. Вау. Ладно, живой оркестр. Обожаю ударные. И самого барабанщика. И там была еще классная гитара. И опять же, это чувствовалось. Я имею в виду, мелодия была знакомой, так как это уже третий раз. Но все равно было в этом что-то специфическое именно к этому моменту времени. И вообще, каждый раз, когда он поет песню, мне до сих пор не верится, что он столько там всего поменял. Как совершенно другая песня. А вот это более похоже на первую. Но это мы еще посмотрим. Да, ты прав. Хорошо, давай продолжим. Вот эта нота в конце. Давай послушаем это еще раз. Вот эта подача. Если это будет самая высокая нота всего концерта, это уже будет круто. Я про это и говорю. Эта нота — это было что-то. И ты всегда сбит с толку, потому что он постоянно делает столько безумных вещей. Это нота Ре. Это Ре 5. И это выше, чем вообще кто-либо может. Неправда. Но с такой уверенностью и силой, как в этом моменте, это было нечто. Хорошо. Есть люди, которые смогут спеть это так же. Но это лишь мизерный процент от населения всего мира. И все мы знаем, он может намного больше, чем вот это. Так что вот эта нота просто теряется в его способностях. Эта нота довольно легкая для большинства. Но это всегда головной голос. Без вот этого. Мы ведь здесь говорим о самом тоне на такой высоте. Да, согласен. И, конечно, мало кто из людей способен повторить это в плане подачи и в условиях сцены, ну и многих других факторов, которые там есть. Согласен. Здесь было больше рока. Люблю эту версию. И она также отличается от предыдущих двух. У каждой из них есть свой особый вкус. После того, как мы посмотрим концерт, мы хотим пересмотреть все его остальные песни из других концертов. И это будет какое-то бесконечное Димаше видение. И знаете, я не против. Теперь это наша жизнь, Ричард. Замечательно.